А вы знали, что в магазине строительной техники вы можете взять в аренду приборы и оборудование вместо покупки? Это очень практично – арендовать оборудование, которым вы редко пользуетесь. Необходимо учесть, что вам придется заплатить залог и, естественно, иметь документ, удостоверяющий личность. ООБ, например, расписаны расценки на сайте. В Баева будет немного дороже, а в сети магазинов Хорнбах вы найдете даже просекатели отверстий. И это очень популярно в Германии.